Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, да, вот этот наш, короче, алтарь Вознесения, которого я не заметил в начале, но я считаю, что разработчики здесь абсолютно не правы. Сейчас я объясню почему. Потому что, вот заходя сюда, у нас есть как раз вот выход на, вот, на колдование, выход на слияние и выход на Вознесение, да, то есть... А вот отсюда почему-то у нас есть слияние, колдование, выхода на вознесение нет. Ну, короче, это неправильно. Здесь все сосредоточено и связано с колдовством, с осколками. Вот оно должно быть здесь тоже. Ну, такое дело. Ух ты, а что это у меня так 720 кубков? Откуда они мне тут взялись? Это меня кто-то атаковал и проиграл? Ну, люди, вы что делаете? Не атакуйте меня. Мне не надо баллы. Меня люди продвинули по списку почему-то. Так, ладно. Также по поводу там в обновлении у нас что было написано, что если перейти в более высокую лигу, вот здесь, вот начиная с тысячной лиги номер 5, по-моему, с пятой лиги, да, 5, 6, 7, там выпадают у нас божественные осколки более высокого уровня, то есть там отличные и великолепные могут выпасти. Ну, пока что нет. Рано с уровнем 50 на драконом вот пытаться пройти в тысячную лигу, это очень-очень рано, короче, ребята, нам. Но у нас есть другие, короче, события на сегодняшний день. У нас появился кто? Красивенький такой, яйцо прикольное у него. Это эпический, эпический наш неделька была, да, была уже закончилась, по-моему, да, Заря. Давайте мы разместим его. Ух ты, прикольно, свет, тень и ветер. Прикольные стихии у него. Так, а ну, а давай-ка других мест, что у тебя нет, только туда хочет. Неужто ли у меня даже здесь мест нет? Вот это я дожился. Надо прокачать какое-то жилище. Так, давайте. Epic OVD, отлично. А давайте мы тогда, раз такие пироги, вот у нас есть тень, а там тень и свет у него, тень, свет, ветер. Давайте лучше тогда свет какой-то сейчас возьмем. Это энергия, 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 вот. А, здесь можно просто будет улучшить, хорошо, за 2 миллиона. А здесь шестое, давайте это улучшим и за 8 таких вот осколков. А, это тоже занимает время. Ладно, могли бы уже и моментально, короче, сделать за эти осколки. Ну ладно, качнем наше жилище света первое на более высокий уровень. Ну перед этим давайте сейчас мы качнем нашу обезьянку. Прикольная обезьяночка, мне нравится. Жри печенечка, как говорил. Ребята, смотрели мультфильм «Аладдин»? Старый «Аладдин» мультсериал, там где, блин, джин, ну блин, как его описать? Офиг его знает, как его описать. Да, принцесса, джин, попугай. Там, где был попугай вот этот. И он в одном из серий, короче, кормил обезьяну, по-моему, кормил. Жри печенечко, запихал ей в рот. Была такая серия, вот оттуда я эту фразу запомнил. Так, это прикольно. Эпик, я хочу его качнуть сразу на 20-й. Вот так вот. Та-дам! Ну, такой... Красавчик у нас. Еще мне напомнил это фильм с Джеки Чаном. Уже там играл в каком-то фильме «Затерянное царство» или что-то такое был, типа в виде обезьяны. Короче, где-то Джеки Чан играл роль обезьяны. Ну, такой, типа, большой, современной, умной обезьяны какой-то. Кто, кстати, помнит фильм, напишите его в комментариях, как он называется. Это у нас Дракон Заря. Вечный оптимист Дракон Заря каждый день встречает восход солнца и видит в этом символ нового начала. А вот его тени начинает новый день, укрываясь с головой одеялом. Ну да. Так и рассвет, и закат он встречает. И еще и храпит, судя по ветру. Такая вот у нас расшифровка получилась. Так, давайте заглянем, что у нас тут еще. А у нас еще 15 часов осталось Дракону Заря. Да, а кстати, вот, смотрите, как вывести. Авокадо. А если я нажму вывести? Ага, мне сюда просто перекинуло. А мне вот интересно, вот что вот эти вот. Что? Жетон разведения. А, у меня 3 жетона есть, ребятки. Я не успел запостить. Я вот вывел 3 вот этих жетона. То есть подождите, у нас что, колдовского разведения теперь нет? А ну-ка, подождите. Котлы, защитники. Вывести. Нет, ну вот же как бы есть. Есть такие обычные разведения, да? То есть оно осталось. Но это хорошо. Ух ты, прикольно. Темный мех. Я хочу его вывести.
интересно получилось. То есть вот эти вот уникальные диносы, уникальные драконы. Не помню, за что именно мне дали вот это. За выполнение какого-то задания, короче, насыпали мне три жетона. То есть жетон дает право тебе вывести дракона, который, я так понимаю, был ОВД, скорее всего. То есть какой-то уникальный. Ну, дроида надо выводить. Будем выводить, но потом. Сейчас у нас, ребятки, дракон листопад. Нужны драконы со стихиями огонь, ветер, земля, зелень. Нам это не интересно. Давайте сначала мы про него прочитаем. 70 уровень. Ну, по стихиям можно посчитать на калькуляторе, какая у него будет сила. Но можно проще зайти вот сюда. Например, на Дракономания Вики группа ВКонтакте такая есть. И смотрите, что у нас пишут. Как вывести зарю? Я использовал комбинацию вода... Я использовал комбинацию вода плюс гора вообще, по-моему. Вода плюс гора. Да, но есть у нас такие радуга... А, не, радуга плюс ураган, да, точно. Вода плюс гора, это был на легендарного нашего. На легендарного, который у меня не получился. Ну и фиг с ним. Тогда давайте посмотрим, какие у нас комбинашки на листопад. Смотрите, вот 74 дает ему свет и чего? И 6 будет аж от зелени. Что-то как-то странно написано. Ну, в общем-то, это, наверное, суммируется. Ладно, все равно... Много как-то. 6-7 баллов. Зелень же не столько дает. Ладно. В сумме 81 получится. Это не кисло себе. Так, ничего себе, легенда валит. Как божественный. Прям 81. Круто. Это круто. А вот смотрите, появились даже уже здесь ребята расписывают эти новые звездочки. Великолепные. Ничего себе. Сколько их надо будет. Ну, по крайней мере, хоть начинаются не с 32, а с 20. 22, ну везде великолепные и одинаковое практически число нужно давать. Да, чуть-чуть меньше легендарных звездочек, а остального много. Итак, какую комбинацию я буду использовать? Я буду использовать огонь плюс пальма, но после того, как я выведу пальму. У меня пальмы, походу, нет. Дракон пальма, то есть это у нас... А какой же ты дракон пальма? Блин, я имею в виду по редкости, непонятно. Лучше всего вот эти комбинации. Академика у меня нет, штриха, по-моему, тоже нет. Ну, а пальма это тоже у нас какой-то довольно редкий дракон, которого нельзя просто так вывести. Ну, с огнем комбинация просто самая лучшая. Не самая быстрая, сможешь больше попыток сделать. То есть на худой конец можно сделать комбинацию зелень плюс туземец сейчас мне. Зелень плюс туземец. Мы ее сейчас и поставим. Так. Давайте. Зелень... Плюс туземец. На исследованиях стоять. Сейчас мы заберем тебя с исследований. Я уверен, что ты был здесь. Готово. Так, все. Идите дальше, отдыхайте. Мы берем вот тут. Зелень. И тут где-то туземец. Он же у нас, по-моему, с камушком, да? Ну, по крайней мере, выглядит как кирпич. Вот так вот. Ладно, попробуем эту комбинашку. А сюда нам нужно вывести кого? Нужно вывести пальму. У меня же пальма вроде была. Вот пальма. Отлично. Новая. Сколько займет выведение пальмы? 20 часов. Ну, с завтрашнего дня приступлю к комбинашке огонь плюс пальма. Так. Это есть. Это сделали. Жетоны. А жетоны, интересно, можно где-то посмотреть, в принципе, какие у тебя есть жетоны? Так. Друг в беде. Нужно помочь другу обязательно. Поможем Саше. О, Саша. Саша два раза попал в беду. Ну, Саша, ты даешь. Так, и Никита попал у нас. И Миша, и Нези попал в беду. И Кирилл. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сколько беды. Ничего, мы всем поможем. Демьян, Данил, Давид, Анастасия. Так, ну и мне пришло много помощи. Отлично. Так, давайте тогда посмотрим на наш код дружбы. А то я давно его не показывал. 5B0F59, ребятки. Такой вот у нас код дружбы. Так. Ну и можно даже ускорить. Отлично. Может даже за сегодня.
первая комбинашка у нас отработает. Давайте мы это... Ну что, и пойдем на карту. Раз у нас, короче, такие пироги, ребята, что у нас открылся новый остров. Так, давайте отдалим. Так, по-моему, Думигай там, где был, там и остался. И вот... Алкол Кью. Кто-то у нас еще здесь был. О, кто у нас еще? Так. Титанин. Титанин. Это подождите. По-моему, у меня есть этот дракон. Да, я часто использую помощь Титанина, да, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас мы это узнаем. Давайте наймем, и это и будет, наверное, Титанин. Да, вот Титанин. Титанин нам постоянно помогает. Мы его заставляем нам помогать. Ого, 63 уровень. Ну да, но мы справимся. Они без звездочек. Ну давайте, пойдем. Нужно теперь побыстрее продвигаться, у нас новый сюжет, нужно его узнать. Так, да, а Рец у нас же как раз начал игру сначала, да, то есть Рец у нас новый сюжет не сможет еще узнать. Так, ах, ах, Град, да нет же, это тираны бросают в нас ледяные шарики. А, я думал, Град, я думал, город это он имел в виду. Так, вот это прикольный дракон, напоминает мне какого-то анкилозавра, что ли. Хвост булава. Ну давай, Титанин. Выноси. О, ну вот увеличенный шанс удара энергии ударить сразу по троим сработал. То раньше он бил в основном по двоим. Так, вот это должно научить их, что нехорошо бросаться всякой всячиной в других, да, ребята. Да, ну давайте еще пройдем. Две остановочки сегодня сделал. Ого, 63-64 уровень, ничего себе. А я не могу больше взять? Раз в день только можно. Кстати, Думгай, да-да-да, Думгай. А, я так понял, то есть, ребята... Интересно, почему здесь Тоби? Тоби, что ты здесь делаешь? И что это за Тоби? Тоби, подождите, Тоби это наш... Кто это? Это просто кто-то назвал себя Тоби или это какой-то компьютерный персонаж? Люцифер, блин, Люцифер, ну ё-мо, 9, это только с випом нужно взять. Но если что, мы сможем активировать вип, дракон сумо, это у нас явно вкачанный парнишка. Уровень 95. Ого, это он успел уже прокачать, у нас же был максимальный уровень 80, и он уже успел на 15 уровень прокачать дракона сумо. Вот это молодец, еще и звездочку новую припилил ему. Хотя новой звездочки тут много кто припилил. Ага, интересно. Давайте возьмем Алколь Кью. Алкольк. Алкольк, давай тебя возьмем. Пойдешь нам помогать. Посмотрим, на что способен твой дракон. Так. Гроза так разыгралась, что я едва вижу, что происходит в шаге от меня. Постой, что за тень проскользнули впереди. Это Алкольк пробежал. Нормально пробивает. Или подождите, у нас зачетно. Так, думаю, что тиран убежал через пик вечной мерзлоты. Но от чего он бежал? Вот это очень интересно. От чего же он бежал? Ладно, ребята, я знаю. Пройдем еще третью остановку, а в следующей серии будет босс и перейдем на новый остров. О, дракон сумо, дракон самурай и дракон ниндзя у нас здесь. Так, кого еще нанять? Наталью мы не можем взять. Ну, возьмем Думгая, что ли. 65-й. Ну, нету новой звездочки. Так, давай, Думгай, вкачивай все звездочки, а то может нам быть больно. Так, мы наконец добрали до самой высокой точки острова. Давайте, так, разгоним тиранов, которые преграждают нам путь, и наконец узнаем, что за штуку изобрел Радхарн. Промахнулся, это интересно было. Все погибли. Их ты, а сумо что ли два раза отгреб? А это было печально на самом-то деле. Ослабит нас. Ну смотри, 65 уровень против 65-го. Но только не заколдовано. Так, хана тебе, сумо. Отлично, я вижу крепость тиранов. Вперед, в атаку.
пик вечный. Межзлоты, ребята, мы прошли, и следующая остановка у нас будет машина. Ну, сейчас я не буду туда нажимать, потому что сюжет у нас не повторяется. А, нет, повторяется, если мы проиграли бой, по-моему, да? Так, что у нас тут сейчас идет по клановым делам? А так, собрать еду, отлично. Так, ну на этом, наверное, ребятки, пока что все. Посмотрим, что у нас тут будет. Я сегодня практически не играл. Вот только серику записал. Так что, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.